Здравствуй, народ! На связи Хакот, и с вами тестовый запуск проекта Орда Альянс. Многим любимый, многим долгожданный мир, в котором в неукротимой борьбе за славу и признание сражаются две непримиримые фракции. На этом запуске произошло множество интересных и захватывающих по масштабам игры Rust событий. Многие хочется показать, наверняка многие, к сожалению, не были мною зафиксированы. Тем не менее, произошел ряд глобальных и наиболее заметных событий, которые могут хотя бы частично погрузить вас в невероятную битву за Азерот. Происходит что-то интересное. Три ордынских десантных вертолета собираются на штурм территории Альянса. Поехали, алло! Так, тут ребята выдвигаются. Тем временем на территории Альянса, в их городе тишина и благодать. Никто не подозревает о грядущей угрозе. И все же поднимается тревога, и Альянс замечает вражеский вертолет. Да, все. Забыл. Кто? Да. Альянс словно открыл огонь из ПВО по вражеским вертушкам. Тем временем Орда готовит боевой аванпост на территории противника. У ордынцев, которые... Второе довольно крупное боевое подразделение Орды решило занять лес. Но мне кажется, они зря так распылили свои силы. Им нужно было строить боевые аванпосты вплотную друг к другу. Так. Флеш-рояль.
здесь уже бахнули вышку. Наступательная. Пересечение К4, К5. Битва за лес разгорелась с новой силой. Силы Орды потерпели сокрушительное поражение в битве за лес. Это может сорвать всю операцию, приведя к позиционной войне, под угрозой план захвата близлежащих территорий. Страха нет, тоже какой-то интересный. Одержав победу в лесу, силы Альянса окружают боевой аванпост Орды и открывают по нему плотный огонь. Рассвет. Битва, исход которой уже предрешен. Эта битва длилась долго. Боевой клан Орды под названием Гидра на протяжении длительного времени сдерживал натиск противника.
сдержать натиск они не смогли. Оставшиеся в живых союзные войска Орды приняли решение отступить, пока не стало слишком поздно, забрав все самое ценное с собой. В этой битве погибло множество отважных воинов Орды, павших за доблесть и честь своей фракции. В память о них служат легенды, их деяния навсегда останутся в истории Азерота, в истории проекта Орда Альянс.
Ой. Ё-моё. Как это было тупо. Здравствуй, народ! На связи Хакот, и с вами тестовый запуск проекта Орда Альянс. Многим любимый, многим долгожданный мир, в котором в неукротимой борьбе за славу и признание сражаются две непримиримые фракции.